Наши воины, воины-ветераны Великой Отечественной войны, они сделали все невозможное, чтобы мы сегодня с вами могли собраться, чтобы наша Россия была свободной. Спасибо нашим дорогим ветеранам, спасибо, дорогие земляки, за поддержку нашего старшего поколения. И вот эта связь, связь времен, она никогда не прервется. И духовой оркестр, как звучал в те времена и сейчас, пусть это будет связующей нитью с нашими дорогими ветеранами. И, конечно же, наши ветераны, вы, молодежь, знаете, они любят танцевать, никогда не стареющий, вечно молодой, прекрасный вальс. Итак, любимый вальс ветеранов «Березка». Мужчины, юноши, девушки, пожалуйста, образуем пары и танцуем вальс. Горячо приглашаю любую понравившуюся тебе девушку. We'll be right back.
нашим ветеранам, но они выстояли, они выдержали. И знаете, в минуты передышки, или же пластинка, или же под гармошечку, наигрывали любимые мелодии. А как любили фокстрот, а если заиграет духовой оркестр, то уже, ну, берегись, девчонки, тут уже все танцевали Его Величество фокстрот. С победным днем вас, земляки, калачинцы-герои, как держать? Дорогие наши калачинцы, сегодня праздник, ну давайте немножко поактивнее, ведь духовой оркестр не так уже часто у нас играет. Уважаемые люди, золотой мудрости, вы, наверное, помните, что вот здесь был парк, и по выходным духовой оркестр играл. Но почему сейчас, в этот светлый праздник День Победы, не потанцевать под звуки духового оркестра? Ну а сейчас для поднятия праздничного победного настроения для вас звучит марш славянки. We'll be right back.
Вы здесь у вас? Да, здесь. Я вас приглашаю вместе со старшим поколением станцевать прекрасный танец вальс в лесу фронтовом. Да при фронтовом. Тональность какая-нибудь будет? Так. Ну ладно, ре минор написано, марш. Марш. Тут она плавающая. Ладно, начинается в ре миноре. У вас в ре миноре, потом соль миноре. Там модуляция. И Иван Михайлович, и последняя песня. Ну-ка, ты писал же, мы т.д. Прошу, тональность, как плаваешь. Поехали. Это в 8 море. Четыре, так, на 840 на чём отъеду? Ну чё, где я вас, ребят? Все, 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 все. Сибири, все последнее. Дорогие наши калачинцы, ну вот сейчас только что прозвучали прекрасные звуки духового оркестра. Жаль, что мы так еще немножко как-то не дотягиваем до того, чтобы понять красоту звучащего духового оркестра, душой понять его и выразить
выразить это в танце. Дорогие друзья, мы поздравляем вас со светлым праздником, с Днем Победы! И духовой оркестр дарит вам веселый марш Сибири! Светлый праздник. Пасхи мне. Тональность. Фа минор. Точно. За нашу жизнь, вами спасенную когда-то, за то, что смело шли в смертельный бой, за то, что были родины солдаты в День Победы. Оттуда можешь снимать, там еще время дофига, 48 минут можно. Дорогие наши калачинцы, а мы верим в вас, мы верим в наших ветеранов, которые передают свою мудрость, и мы принимаем этот праздник Победы с радостью и поздравляем вас и дарим вам следующую песню. Вся родня, приходите, встречайте, а вот уже идет и кум Гаврила. Мы тоже почти что. Мы тоже не.
Зайцевой. Ты святая Русь моя! Калачинцы. Ну и как же праздник у нас обходится-то? Да без русской-то, да без народной, да еще и без плясовой. Итак, Камаринская. Молодцы! А в какую присядочку-то у нас малыши танцуют? Вот это настоящая Камаринская. Дорогие наши друзья, сейчас прозвучит очень мелодия, которая близка к сердцу нашим дорогим ветеранам. И тепло этой мелодии, пожалуйста, вы сегодня вечером донесите до своих ветеранов. «Темная ночь» для вас играет Евгений Шлинков. Thank you.
Ленинцы. Сейчас пришла вас поздравить группа «Иван-чай», городской дом культуры имени Мазуренко. Группа «Иван-чай» городского дома культуры имени Мазуренко поздравляет всех с праздником Победы! Дорогие друзья, давайте крикнем «Ура!» У вас субботу день ненастный. Уже три номера на 4 стою. Я уже тут номера 4 стою. Да я же к этому дошел. Хочешь тебя сниму? Тебя снять? Не. Да будет.